Приветствую всех, с вами Маркелло Борис. И сегодня хотел бы рассказать историю про призманутых друзей, которые нудно навязывают мне данную систему, парамайнинг, рассказывают, как это круто, как вот на $50 зайти, и вот-вот начинается движуха, и начинается движуха, и денежки идут. Когда мне нудно начинает навязывать, я начинаю изучать информацию, и по информации я выхожу на определенные источники. Что я нашел по поводу парамайнинга? Нашел я вот такую биржу, где можно этот парамайнинг начать буквально с 50 рублей. То, что я вас не обманываю, вот я могу сказать, баланс 21, идет парамайнинг, каждые 0 часов определенного дня, вот 12 числа в 0 часов начисляются вот эти монетки. Да, их немного, но по крайней мере, чтобы понять, как это работает, для чего это вообще нужно, вы можете зайти и начать непосредственно. Вот я сюда вообще зашел за 60 рублей, начал свой парамайнинг. Это было давно, это было 8 числа. Я сюда зашел, 5 монеток купил, у меня начался парамайнинг, и эти монетки начали парамайниться, прибавляться. Я добавил еще 16 монеток, вот буквально 11 числа. Не такие огромные деньги, ну, здесь нечем рисковать, здесь их можно вывести, здесь можно пополнить. Но если у вас сейчас на данный момент нет $50, там $100, или насколько вам там говорят, там на $1000 заходите. Ребят, можете заходить вот на эту биржу и начать парамайнинг с 50 рублей. Как это будет? Вы перейдете по ссылке, которая есть под этим видео, и кошелек свой нужно пополнить на энную сумму денег. То есть вы можете здесь в рублях, в долларах, в евро, в биткоинах, этериумах, в риплах, доккоинах, латкоинах. Там, кстати, меня заинтересовала вот эта схема UVC токен. Еще туда деньги не заводил, но здесь начинается именно с $50. Но здесь очень интересно. Если кому интересно, вот сюда в бизнес зайдете и посмотрите, что к чему. Но у нас сегодня разговор о парамайнинге. Итак, как начать с 50 рублей парамайнить призм? Ну, для этого достаточно вот так вот нажать, пополнить. Здесь вам пишет 3500 рублей. Вы выставляете здесь, например, 50 рублей. Нажимаете «Пополнить», вас перекидывает на Advanced Cash. И вот если на Advanced Cash у вас денежки есть, вы пополняете. Также можете и риплами, биткоинами, Zcash'ами, биткоин кэшами, этериумами. Причем я второй платеж делал с этериумов. Вот такой вот сайтик Кран есть, тоже могу ссылочку там на него оставить. Я тоже здесь с этого крана собираю энную сумму денег, то есть в эфирах капает раз в час, и хорошо. Вообще замечательно, отлично, что капает. Вот так вот у меня работает робот, который копчу мне заполняет. Вот, видите, баланс пополнился. Вот таким вот образом можно зарабатывать. Также я вам еще хочу, даже не в сравнение, а просто как альтернативу. Смотрите, еще я занялся суперкопилкой. Ну, это более уже реально, это уже 7 лет на интернет-рынке. И вы можете видеть, что в суперкопилку я вложил $20.80. А выплаты я получу $88.30. И с учетом того, что когда вы зайдете, зарегистрируетесь по ссылки briskinder.ru, у вас будет возможность получить 10 бонусных тет, 10 бонусных долларов, которые вы первую сумму вы сможете вывести через неделю, если сделаете депозит, а вторую сумму вы можете вывести через 2 недели, 4.08, и в результате $12 вы можете получить, можно сказать, в подарок именно с суперкопилки. Выбирать вам,
Что вам делать? Можете зарабатывать на кране, вот видите, монетки капают. Можете зайти парамайнингом заняться. И можете, ну что, можете в суперкопилку зарегистрироваться, вложить всего 20 долларов и вот как я выходить на сумму 88 долларов 30 центов. Решайте вам. Выход есть всегда. Деньги в интернете есть. На этом заканчиваю. Всем привет.